Государственно-частное партнерство в Сургуте может оказаться под угрозой. И дело в том, что строительство социальных объектов по такому типу договора невыгодно для инвесторов. Да и получить деньги за объект оказалось сложнее, чем предполагалось. Сейчас инвестор взял такую серьезную паузу и смотрит, как государство ответит на те вопросы перед инвесторами, которые вот они ставят перед нами. К Сургуту, к сожалению, у Сургута как раз-таки большие вопросы, потому что еще по государственному частному партнерству в Сургуте не выкуплен ни одно здание. Например, новая 31-я школа начала работать 1 сентября. Деньги инвестор пока не получил. По мнению Александра Шатунова, цена выкупа занижена. Она составляет 33 тысячи рублей за квадратный метр. Вопросы возникают и по прогимназии. Это также объект, строящийся на средства партнеров. Однако, по информации администрации города, в округе сумму за объект, которую установили изначально, пересчитали. Конечная стоимость оказалась ниже почти на 100 миллионов рублей. Сейчас непрозрачность системы привела к стагнации ГЧП в Сургуте. Окружное правительство, в свою очередь, говорит о том, что такой вид строительства в регионе необходим и обещает выплатить все деньги. В ближайшее время будет оплачен. Мы разговариваем по вашим объектам, почти готовым. Готовых у вас еще нет. Вот когда они будут готовы, мы говорим о том, что мы выкупаем те объекты, которые на 95% готовы. Как будут готовы, как представите документы, мы оплатим. У округа деньги есть. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.